В Искитимском районе приступили к ремонту моста, движение по которому закрыли 2 года назад из-за износа конструкции. Для жителей нескольких сел дорога до райцентра через него была кратчайшей, но теперь им приходится делать крюк в несколько десятков километров. О том, когда Искитим станет ближе, расскажет Ирина Звягина. Посмотрим, вот их видно на ригелях, видно трещины силовые прям. То есть, здесь использовать, эксплуатировать нельзя было. Главный инженер подрядной организации Дмитрий Чусовитин говорит, мост закрыли вовремя. Двигаться по нему крайне опасно. Кое-где даже виднеются обломки старой конструкции. Восстановление путепровода пройдет в 2 этапа. Однако подрядчик обещает открыть движение транспорта уже в середине декабря. По 2 полосам будет организован движение. С одной стороны сначала реконструкция, то есть замена полностью перильного ограждения, проезжей части, барьерного ограждения. Потом то же самое на другую сторону. То есть, чтобы обеспечить пропуск в этом году. Стоимость объекта 20,5 миллионов рублей. Однако ремонт начали, не дожидаясь поступления средств. Помогли инвесторы, соседние предприятия. Сдача объекта запланирована на июль следующего года. Ирина Звягина, Александр Давыдов, Новости ОТС.